В нашем городе Артемовске находятся, числится 4 кладбища – Новое, Песьянское, Трифоновское и Мусульманское. Все эти территории или объекты обслуживает компания «Жилкомстрой». На это ежегодно из бюджета выделяются средства на их содержание. В этом году было выделено около 1 миллиона рублей на вывоз мусора, укос травы, грядирование дорог к данным объектам. Были выделены и другие средства. Также нам были выделены средства и освоены они были в мае месяце. Это на карицидную обработку от клещей. Мы делали ее перед родительским днем в майские праздники на всех кладбищах. На это было затрачено около 100 тысяч рублей. И на сегодняшний день, согласно контрактам, у нас уже вывезено с данных кладбищ около 1500 клубов мусора. Ну, мусор может на данных территориях находится не только тот, который выносят с могил граждане и жители города Артемовского и Артемовского городского округа, но и бытовой мусор, то есть ближайшего частного сектора. Так как у нас данные объемы уже реализованы, на сегодняшний день мы провели обследование. Обследование показало, что на сегодняшний день находится опять у нас очень много несанкционированных свалок на данных кладбищах. И мы объявили котировку на уборку еще 500 кубических метров мусора с данных территорий, чтобы в зимний период времени как бы можно было подъехать к любой, как говорится, вовнутрь кладбища. Также был объявлен аукцион, и на сегодняшний день он состоялся. Поэтому на данный момент заключается контракт на устройство забора на Песьянском кладбище. На это бюджетом выделено 1,5 миллиона рублей. Договор планируется подписать в 20-х числах сентября. После этого начнется ограждение территории. Срок исполнения работ – 30 дней. Планируется поставить бетонный забор, и на следующий год будут ограждены все 4 объекта. Так как по постановлению администрации Артемовского городского округа эти объекты считаются закрытыми.